В Одеській області відбудеться серія музично-мистецьких акцій «Просто неба» із мультимедійним супроводом. Серія присвячена до 30-річчя Незалежності України. Де та коли відбудеться концертний тур, розкаже нам піаніст, президент фестивалю «Odessa Classics» Олексій Ботвінов. Пан Олексій, ось має доєднатися і розкаже нам всю інформацію, чи платно, чи безкоштовно можемо спілкуватися. Ви ще, будь ласка, подивитися концерт. Пан Олексій, доброго дня. Доброго дня. Тож розкажіть нам, будь ласка, як буде проходити фестиваль, де буде відбуватися концертний тур? В яких містах України чи тільки в Одесі? Это будет два концерта, а сразу говорю, они бесплатные для посещения. 19 августа в Одессе у Воронцовской колоннады и 29 в Белгород-Днестровской крепости. Оба концерта бесплатные для посещения. Я буду выступать в сопровождении Национального Одесского филармонического оркестра. Дирижером будет Хобарт Эрл. Будем играть очень интересную программу. Там будет шедевры мировой классики, Рахманинов, Чайковский, Шопен, Моцарт и украинская музыка, Скорик, Лысенко, Караманов. И все это будет в сопровождении видеоинсталляций. И что особенно интересно в случае с одесским концертом, это будет видеоинсталляции и 3D-мэппинг на саму Воронцовскую колоннаду. Вот. Мне кажется, это будет очень интересно и для молодежи, и для любителей классики, и для тех, кто просто хотят получить какие-то яркие впечатления. Время концертов разное немножко. В Одессе это 8 часов вечера, 20:00. 19 августа, а в Белгород-Днестровской крепости в 18:00, 6 часов вечора. А скажіть, будь ласка, чи багато людей є залучено до цієї музичної події? Я маю на увазі музикантів. Да, конечно, это будет в полном составе симфонический оркестр, филармонический наш одесский. Вот. Это будет большая команда людей, которые обслуживают это, видеотехники, аудиотехники. Специально делается видеопартитура для этого. То есть это очень большой масштабный проект, который делается в рамках программы Кабинета министров по празднованию 30-летия независимости. Вот. И мы всех приглашаем, тем более... Что очень важно, это действительно бесплатный вход на такое качественное, ну, дорогостоящее, скажем честно, для производства мероприятия, эти два концерта. Пан Олексій, а який буде мультимедійний супровод? Що саме будуть показувати? А что это должно остаться сюрпризом. Ну, в принципе, те, кто когда-то ходили на концерты, которые я делаю с видеосопровождением, знают, что это очень разные вещи. Это и компьютерная графика, это и какие-то фрагменты из живописи, архитектуры, и какие-то фрагменты из... природы разнообразные. То есть совершенно очень весь спектр возможного видеоизображения мы задействуем, чтобы создавать такие, вот, скажем, музыкальные видеоклипы, которые очень хорошо подходят под классическую музыку. Вот. И все это происходит вживую. То есть виджей, видеохудожник, который с нами работает, он вживую, время концерта тоже работает для того, чтобы была синхронность между видео рядом и музыкой. То есть это не записанный клип, под которым мы играем. Это вот живой такой концерт для музыкантов и видеохудожника. Поэтому это очень, конечно, интересно. И, мне кажется, ну, емоціонально і захоплююче. Акцію «Просто небо» проводили і в Запоріжжі, і в Харкові. Це одна і та ж акція, яка зараз буде проходити в Одесі, чи ні? Нет, там наши коллеги делали свои проекты. Это вот мой проект авторский, который был задуман как раз к празднованию 30-летия независимости. Эти два концерта, это вот будет одна и та же программа, в принципе, ну, только разница в том, что в Белгород-Днестровской крепости это будет большой светодиодный экран, а в Одессе это будет маппинг на колоннаду, собственно говоря, на нашу прекрасную Воронцовскую колоннаду. С элементами 3D, мэппинга и объемных спецэффектов. В завершенні ще раз попрошу вас дуже коротко ще раз проанонсувати, де буде проходити, як та що це безкоштовно, будь ласка, ще раз для наших телеглядачів. Дорогие друзья, приглашаю вас на два очень интересных концерта, которые будут происходить. Я буду играть в сопровождении филармонического Одесского национального оркестра с его главным дирижером Хобартом Эрлом. Это будут концерты классической музыки с видеоинсталляциями, очень интересными, захватывающими. 19 августа это будет в Одессе у Воронцовской колоннады, а 29 августа это будет в Белгород-Днестровской крепости. Всех приглашаем, потому что это бесплатные два замечательных будет концерта. Дуже вам дякую, пане Олексію, за інформацію. Дякую, що були разом з нами. На зв'язку з нами був Олексій Ботвінов. Нагадую, що в Одеській області відбудеться серія музично-мистецьких акцій «Просто неба» із мультимедійним супроводом. Серія присвячена до 30-річчя незалежності України. Де та коли відбудеться концертний тур, ви щойно почули від піаніста та президента фестивалю «Odessa Classics» Олексія Ботвінова. Я завершую наш інформаційний блок новин. Надалі на вас чекає новини. З вами була я, Ірина Стрябко, та вся команда Сьомого телеканалу. Дякую, що були разом з нами. Залишайтеся з нами.